Всем привет! Вот и наступила осень, хотя лично у меня первая половина лета была заменена на какой-то осенний месяц с его дождями. И к началу осени я подготовил для вас интересную подборку с классными, незаменимыми и крутыми осенними товарами, которые скрасят для вас дождливые дни и помогут с комфортом и уютом провести осень. Чтобы не пропускать мои ролики, а также стримы, на которых я разыгрываю подарки с подборок, обязательно нажимайте на этот колокольчик и сможете увидеть в прямом эфире розыгрыш подарков. Жмите на лайк и давайте смотреть видео. Начнем мы сегодня с проектора для смартфонов. Только представьте, вечер, за окном дождь, и что может быть лучше просмотра фильма или сериала? Но монитор на компьютере такой маленький, не беда. Проектор для смартфона вас выручит. Просто выберите, что хотите посмотреть, и вставьте ваш гаджет в проектор. Вооружитесь попкорном и наслаждайтесь вечером. Портативный проектор для смартфонов пригодится вам на природе, даче, местах, где нет телевизора или компьютера. Только достаточно найти ровную стенку, поместить телефон в коробку, навести изображение, чтобы удобно было смотреть и наслаждаться просмотром фильма вместе с друзьями. Хорошо, если в комнате, в которой вы собираетесь смотреть видео, будет темно, блики света будут портить картинку. Настенный аквариум. Как приятно холодным осенним вечером посидеть дома, но чего там в интерьере не хватает? Напоминание о море. Рыбки расслабляют и напоминают о жарких странах, но громоздкий аквариум негде поставить? Замените его на круглый, настенный. Теперь у вас дома будет маленькое напоминание о голубых морях. А еще в такой аквариум можно посадить какое-то интересное растение, и это будет смотреться очень круто и необычно, как будто у вас из стены растут живые цветы или, например, лимоны. Такого ни у кого нет, согласитесь? Крутая, стильная джинсовая куртка. Понравится не только парням, но и девушкам. И будет согревать вас в прохладные осенние вечера. Подкладки и воротник выполнены из искусственного меха, имитирующего овчину. Модель с отложенным воротником и длинными рукавами застегивается на металлические кнопки. Такие джинсовые куртки идеально подходят под любую одежду и всегда являлись стильным предметом гардероба у любого стильного человека. В университете, на работе или на дискотеке в такой куртке вы будете выглядеть стильно и модно. И кроме того, вам будет тепло и комфортно в ней. Главное выбрать куртку по своему размеру, хотя это не составит труда. У продавца есть понятная шкала размеров, так что присматривайтесь. Проекционный ночник океана. С его помощью вы можете увидеть отлив волн и их перелив прямо на потолке и на стенах вашей комнаты. Для ощущения полного расслабления проектор «Океан» оснащен встроенной аудиосистемой. Вы можете подключить к нему портативный плеер или компьютер и наслаждаться игрой отблеска воды под любимую музыку. Также вы можете оставить включенным проектор, он оснащен функцией принудительного отключения спустя 50 минут непрерывной работы. С таким ночником можно превратить любое помещение в полную романтизма морскую сказку и приятно удивить любимого человека. Питание от USB кабеля. Звуковым кабелем есть возможность подключения к iPhone, iPod, смартфонам и всем носителям музыкальных файлов. А это еще один интересный гаджет. Это массажер для шеи. Расслабит вас после работы в осенний вечер или на работе, если будет рядом. Применяется для роликового массажа шеи, плеч, спины, поясницы, ягодиц и бедер. Может работать как дома, в офисе от сети, так и в автомобиле от прикуривателя. Функция инфракрасного подогрева усиливает эффективность массажа и делает процедуру массажа приятной и комфортной. Такой массаж снимает напряжение и усталость мышц, устраняет болевые ощущения, улучшая при этом кровоснабжение и приводя сокращение мышц в тонус. Есть автоматическое и ручное управление, специальные ручные ремни для увеличения массажной нагрузки, а также встроенный пульт управления. Коврик-будильник. Думаю, вам тоже тяжело просыпаться по утрам, как и мне. Многим знакома ситуация, когда ты просто отключаешь будильник, думаешь поспать еще чуточку, но в итоге опаздываешь на работу или учебу. В такие моменты вам может помочь вот это устройство – будильник в виде коврика. Для того, чтобы отключить его мелодию, вам придется встать с постели и немного постоять на нем, что придаст вам бодрости. Также на самом коврике есть дисплей, на котором располагается время, а через USB-порт вы сможете закачать ту мелодию, под которую вам хочется просыпаться, например, вот такую. Ready to kick some ass? Come on, you can do it! Do it now! And have a wonderful day! Кинетический песок. В прохладные дни не всегда получается деткам поиграть в песке, а они это очень любят. Да и родителям спокойнее, когда карапузы чем-то заняты. И специально для игр песком дома придумали кинетический песок.
Это 98% чистейшего кварцевого песка и 2% специально связующего агента, благодаря которым песок не высыхает, с ним можно играть в любое время снова и снова. Он прекрасно подходит для лепки и создания разных фигур, одновременно развивая у детей навыки творчества и мелкую моторику. Песок положительно влияет на эмоциональное состояние как ребенка, так и взрослого. Антибактериальный, не липнет к рукам, не остается на одежде, удаляется с любых поверхностей и не оставляет следов. С такой штукой ваши детки могут занять себя игрой не только осенью, но и в любое время года. Еще один товар, который понравится осенью вашим деткам, это веселый детский дождевик. Он очень милый дождевик, не пугайтесь размахов. Он складывается в несколько раз, без ущерба для формы, что позволяет его носить с собой регулярно. Имеются шлейки для удобной носки. Очень удобно так в сад ходить, если дождь. Не надо держать и ребенка, и его зонтик. Проверено. Корректор осанки. Подойдет для тех, кто в большей степени ведет сидячий образ жизни или работы. Такой корректор держит вашу осанку всегда в правильном положении. А еще это незаменимый прибор людям с сутулостью и искривлениями позвоночника. Также применяется в виде профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и для снятия болевого симптома. За счет эффективного отведения плеч к сзади, смещению углов лопаток к позвоночнику, может применяться в качестве реклинатора при различных нарушениях осанки. Благодаря воздействию ключичной повязки выпрямляется позвоночник, уменьшается напряжение мышц плечевого пояса, исключается воздействие мышечного гипертонуса на ключицы и позвоночник. Охладитель для вина. Удобная в быту вещь, особенно для ценителей вина, тем более в осенний период. Работает следующим образом. Заливаем воду в охладитель, кладем его в морозиловку. Когда вода превратится в лед, то опускаем охладитель в бутылку. При этом бутылка надежно закупорена резиновой пробкой, так что вкус вина нисколько не изменится. Можно, конечно, поставить изначально в бутылку в холодильник, но знатоки винного питья этого делать не рекомендуют. Да и не всегда есть свободное место по целую бутылку. К тому же охладитель работает быстрее и поддерживает одну температуру на протяжении долгого времени. Ветрогенератор. Пора уже начинать жить автономно, потому что цены на электричество достали. Начать можно потихоньку, установив настоящий ветрогенератор на крыше своего дома или во дворе, чтобы тот хотя бы частично брал на себя обязанность воспроизводства энергии. Разумеется, вам все равно придется платить за электричество, но немного дешевле. Да и у кого из твоих знакомых есть собственный генератор энергии, который работает на ветру? Попробую догадаться, ни у кого. Кстати, генератор идет в комплекте с контроллером. Его максимальная мощность равна 600 Вт, а вот номинальная равна 400 Вт. Придется раскошелиться, но не забывайте про кэшбэк и про то, что в перспективе этот генератор сэкономит тебе кучу денег. Это такое вложение в будущее по своей сути. Сушилка для обуви. Сохранит обувь в сухости в течение всего года. Электросушилка обезвоживает и высушивает обувь благодаря тепловой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. Ее также можно использовать для обогрева обуви в холодную погоду. Вам больше не придется одевать мокрые ботинки в холодную погоду и тем самым ставить свое здоровье под угрозу. Достаточно просто прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой обуви с таймером. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратить свою работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. Надеюсь, осень будет не очень дождливой и хмурой, и товары из моей подборки пригодятся вам и скрасят ваши вечера при просмотре ютуба. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И помните про колокольчик, чтобы не пропускать мои прямые трансляции с розыгрышами подарков. Также пишите в комментариях, какой товар из подборки вам понравился, мне будет интересно.